В мире мо, в мире моды пытается стать крутым каждый. В мире мо, в мире моды в погоне за стилем случается спазмы. В мире мо, в мире моды пытается стать крутым каждый. В мире мо, в мире моды в погоне за стилем случается спазмы. И всем привет, вы на канале Рекомпот и новое время и стекло. И сегодня снова видео по Майнкрафту. Да. Сегодня мы с вами отправимся на корабль в Майнкрафте. Я хочу снять обзор на корабль. На один корабль. Я нашел эту карту. Ну, обычная карта, короче. Может и необычная. Ну, помните, как мы раньше всегда снимали? Я показывал карты. Вот. Сегодня будет то же самое. Тоже карта. Но сначала нам нужно переночевать. Дома. Мы опять в Новом Москве. Да. Пойдемте домой. Смотрите. Дом сдан. А знаете, что написано в тех домах? Если там еще есть табличка, я не знаю. Здесь нету. Дом сдан. Ладно, там дома не пролетим, далеко. Просто здесь квартиры были по 7 миллионов. Короче, это по Майнкрафту как бы... Наверное... Ну, не знаю, стаков 10, может быть, 9. Я, если честно, не помню. Это мой этаж, нет? Да, это мой этаж. Я даже не считал. Пойдем сразу в спальню. О. О, край, ладно. Все. Уходим на карту. Я не буду сейчас придумывать, что нам надо в ту сторону. Как это было в том городе, в жительском. Посмотрите, кстати, видео. Те видео другие. Они есть в плейлисте Minecraft 100% Rolling Ловушка. Все, мы на другой карте. Титаник. Блоки, блоки, блоки. Не, ничего обычного нет. Автомобилей у меня тоже нету. Ладно. Смотрите, я стою на самом носу корабля. Вот так. Да, классно, ладно. Пойдемте обратно. Как бы не упасть. Ладно. Нам нужно прообследовать этот корабль. А хотя чего ему еще просто все равно в креативе. О. Бассейн. Лежаки, так. Железные двери. Ни кнопки, ни рычага. А здесь тут кнопка. А здесь? А здесь нет кнопок. Так. Ладно.
Толчок. О, господи. Голова. Это телевизор? Креативно. Здесь, я так понимаю, то же самое. Да, то же самое, да. Здесь, наверное, все одинаково. А что здесь? Ладно. Класс. И тоже бушки Стива. Это, я так понимаю, это круизные, наверное. Или как они там правильно называются? Чок. Ладно, здесь все одинаковое. Кинотеатр, серьезно? На корабле? Ого. Упс. Извините. Ой. Чем я занимаюсь? Хожу в толчки. Эй, обратно. О. Надо как-то выбираться обратно. А как? Как хорошо, когда есть креатив. Да уж. Это вообще кинотеатр в корабле. Здесь что? Мы бы потом обратно не вышли. А, это спальня. Или нет? Не знаю. И опять спуск вниз. Походу, это была дверь. Здесь всё одинаково, короче, ладно. А что здесь написано?
Мне надоел уже этот корабль. Я хочу пролезть сюда. Я знал, что произойдет что-то интересное. Что это за херня? А. Понятно. Где выход? Я уже хочу отсюда выйти. А, вот он. Так. Ну, что я могу сказать? Корабль так себе. Здесь все одинаковое. Карта так себе. Ничего интересного здесь нет. Круизный лайнер. Это, походу, на самый последний этаж. О, палуба. Опять бошки Стива. А здесь что? Да. Давайте выйдем на улицу. От корабля, наверное. Да, это из-за корабля. Вот там корабль, если хотите, можете его заскринить. Вот. Можете скринить. Я его тоже заскринил. Вот смотрите двери. Прошу. Пятное полета в воду. Ага, вот и корабль. Дно корабля. Какой он длинный. О! Есть, нашел. Это штуки, которые позволяют ему плыть. Вот такой корабль. Куда он плывет, я не знаю, если честно. Надо бы почитать описание карты. Но мне было лень. Что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а новое видео уже завтра в Новом Москве, где я пройду экскурсию по Кремлю. Всем пока, вы были на канале Рекомпот и новое время истекло, и не забудьте подписаться на мой канал, потому что меня смотрят 95% без подписки, а с подпиской всего 3%,
и подпишись на мою страничку ВКонтакте. Ссылка в описании. Если эти слезы, то, наверное, на сердце, то, наверное, на сердце. Если я тебя забуду, то, наверное, навсегда. Даже вспоминать не буду о тебе я никогда. Я могла поверить в чудо, только не произошло. Больше вспоминать не буду, все, что было, то прошло. Прошло теперь все в прошлом. Ну почему же на душе так тошно? Ну как так можно? По неосторожности. Теперь ее уж не спасти, я столько потерял возможностей. Прости, наверное, так будет лучше. Наша любовь — это несчастный случай. Дельфин любви поранился, об гордости винты. Я смотрю на тату, я знаю, тоже ты. Загрустила на балконе, где-то глядя на звезды. Уже так поздно меняться, уже слишком поздно. И тот звонок ночью ложный, и разговор утром сложный. И чтобы как-то подытожить у себя в голове, я почему-то собираюсь и еду к тебе. Я не буду себе врать больше никогда. Я возвращаюсь к тебе теперь навсегда. Если я тебя забуду, то, наверное, навсегда. То, наверное, навсегда. Если я тебя забуду, то, наверное, навсегда. 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 То, наверное, навсегда.